Сегодня мы слушаем альбом «Система Станиславского». Если бы мне предложили пачку сигарет каждый день до конца жизни или стакан сока каждый день до конца жизни, я бы выбрал стакан сока. Сегодня обычное яблоко и обычная морковь. Полдень? Ну, конечно, сок, а не сигарета. Вот это приключение. Сегодня со мной группа «Система Станиславского». Антон? Здравствуйте. Привет, Дима. Ты опоздал. Дима. Да. Косяк за косяком. Сказкин дом находится на 4-м этаже в торговом комплексе. И чтобы покурить, нужно спуститься вниз, выйти на улицу, соответственно, потом долгий путь обратно. Иной раз не сходишь покурить, а останешься. Ну, потому что долго, далеко. Тан-тар-дан-тар-дан. Что ты принес? Коньяк. Коньяк. Дима, это пивас, короче. Антон, ты курить не начал? Нет, Дима, не начал. И тебе не советую. Безусловный фаворит сегодняшнего дня. Композиция под названием «Я не хочу домой», так и называется. Еду домой. Хватит звонить, я не стану угадывать, где ты сегодня монетку подбрасывал. Мне наплевать, что не может не радовать.